Сдюшор имени Мавлета Батырова – одна из первых спортивных школ города, которая проводит огромную работу в направлении физического развития у подрастающего поколения. Десятки лет ее наставники воспитывают титулованных спортсменов, которые демонстрируют успех разного уровня не только в Дагестане, но и по всей России. Очередную блестящую победу среди юношей 10-11 лет для Хасавюрта принес Алихан Халилулаев, воспитанник данной школы, выступив в Подольске. На данном турнире Алихан провел 4 боя с отличным результатом. Тренер Алихана Али Халилулаев, рассказывая, как проходят подготовки к турнирам, особое внимание уделил на то, что юным воспитанникам часто нужно участвовать в разных соревнованиях, так как это прививает дух победителя и накапливает опыт выступлений. Спортсмен, он должен в любой момент готовый быть к любому турниру. Месяцами готовимся к таким турнирам. И на различных соревнованиях еще до этого выступаем. На этот раз в Подольске там серьезные ребята были. Участников тоже побольше было. 4 боя выиграл и 3 боя досрочно выиграл. И поэтому ему дали приз за лучшую технику. По словам тренера, ребята на турнире были хорошо подготовлены. И по сравнению с прошлыми годами участников было намного больше. Алихан занимается спортом уже 7 лет. Как рассказывает сам победитель, начал пробовать свои новые удары, которые удачно пробиваются. Первый бой трудновато было. А бои выиграл я, пробовал свои новые удары, и они очень хорошо получались у меня. Дедушка юного спортсмена Булатхан Халилулаев часто посещает зал во время тренировок, наблюдает за процессом работы внука. По его словам, отличными успехами мальчик отличается не только в зале, но и в школе. Увлекается точными науками, математика его интересует тоже. Читает книги, знакомится с историей прославленных спортсменов. Есть также успехи у Алихана в Ростове, он выступал тоже победителем, пришел. Сейчас Алихан готовится к предстоящим боям, которые пройдут в мае. Ходит в зал вместе со своими сверстниками, продолжает тренировки. Среди своих товарищей отличается навыками и мастерством своего дела. Бека Сулейманова, Расул Гаджиев, Абдулла Алиев. Информационная программа «Пульс».